Куда ты собрался? Лола, я уезжаю. Ты нужен мне. Я не могу без тебя. Я хочу, чтобы ты остался. Я хочу, чтобы ты был первым мужчиной в моей жизни. Самый важный момент. Вот-вот наступит. Трудно поверить, насколько все может быть иначе. Ла-Лола! Ты можешь немного подождать? Я попросила тебя, чтобы ты дал мне 2 дня. Я хотела с тобой поговорить. Я не знаю, что ты видел и что с тобой произошло. Я не знаю, кто тебе что рассказал. Это мои личные дела. Я никому ни в чем не признавалась. Если есть кто-то, кому я хочу что-то сказать, так это ты. Поэтому я прошу тебя, не уезжай. Мы оба знаем, что это не сработает. Откуда ты знаешь? Сработает. Давай больше не будем ничего говорить. Оставим как есть. So many stories where I'm, and now I've got... Я люблю тебя. Я люблю тебя. Не уходи, прошу тебя, не уходи. Я люблю тебя так, как никого раньше не любила. Ты мне нужен. Я не могу без тебя. Я хочу, чтобы ты остался. Я хочу, чтобы ты был первым мужчиной в моей жизни. Прошу тебя. I climbed across the mountain tops, swam all across the ocean blue, across the land and out of local rules, and baby I broke them off for you, oh, because even when I was flat broke, but you've got no холодно. Моя дорогая. Что будем делать? Пойдем. Может, позвонишь Мели? Поцелуй ее от меня и передай, что я очень довольна. Вернее, счастлива. Я тоже. Папа тоже очень доволен. Все получилось чудесно. Я люблю тебя. Я очень, очень тебя люблю. Ну иди, звони. Я не могу с тобой расстаться. Ну все, иду. Иду. Лола была счастлива и воодушевлена. Наконец-то произошло то, о чем она мечтала. Все было волшебно и прекрасно. Она отдалась полностью, оставив в стороне свое прошлое, свои предрассудки, страхи и Лалу.